Встреча советского руководства с союзниками в 1945-м. Внешне все благополучно. Руководство СССР с союзниками – Ялта, Сталин, Черчилль, Рузвельт. Послевоенное переустройство мира – предмет переговоров на высшем уровне. Но за внешним благополучием – тревожное сообщение внешней разведки. От резидентур в Европе и США поступала информация о возможной скорой войне между СССР и западными союзниками. Угрозу для себя они видели в объединении под эгидой Москвы восточноевропейских стран. Операция немыслимая. Под таким кодовым названием значится план союзников, добытый внешней разведкой. Он предусматривал принудить Россию подчиниться воле Соединенных Штатов и Британской империи. Документ был доложен Черчиллю уже 22 мая 1945 года, то есть через 14 дней после капитуляции Гитлера. Совместное нападение на советские войска планировалось 1 июля. В нем должны были принять участие 10 германских дивизий и 47 дивизий США и Англии. Сообщение о планах союзников по удушению СССР в Министерство госбезопасности поступали от закордонной агентуры с завидной регулярностью. Ареной военных действий должна стать Польша. Учитывалось наличие здесь подпольных антисоветских вооруженных сил, националистических формирований, которые действовали с ее территории. Недобитые лидеры белорусских нацформирований, фашистские пособники, бежавшие со своими хозяевами из Беларуси, собирались здесь силами, чтобы включиться в новую борьбу за так называемое нацвозрождение. Расчет был и на украинскую повстанческую армию УПА, литовское антисоветское подполье, которые действовали в Беларуси после ее освобождения. В хорошо законспирированном бункере в лесах недалеко от Бобруйска октябрьским вечером 46-го можно было наблюдать вполне идиллическую картину. В углу на груди офицерского обмундирования, посапывая, спал охранник главаря банды Михаила Октана. Под таким именем действовал фашистский пособник Натка. Сам же он, сидя за столом, перебирал награды бойцов Красной Армии, трофеи последнего налета на военных в Бобруйске. Офицерская форма, ордена, медали, документы были очень важны. Под видом советских военнослужащих банда совершала свои диверсии. Приоткрылась дверь, вошел часовой. Что-то шепнув на ухо Октану и получив одобрение, тут же скрылся. В бункер вошел свояк главаря. Перепуганный, его буквально трясло от холода. Прислонившись к буржуйке, он стал рассказывать, как удалось сбежать от гибистов. В городе хватают всех, кто сотрудничал с немцами. Согреться не удавалось. Свояк стал подбрасывать буржуйку поленья. Из трубы повалил дым. Условный знак для затаившегося отряда МГБ от агента «Родственник». Он означал, что главарь банды в бункере. В октябре 46-го белорусскими чекистами была проведена уникальная операция под кодовым названием «Ликвидация» по уничтожению особо опасной банды. Ее возглавлял бывший военный РКК Михаил Натка. В начале войны перешел на сторону фашистов, являлся агентом СД, находился в подчинении разведоргана Абвергруппа 107. В Бобруйске возглавлял нацистскую газету «Речь». В феврале 44-го создал Союз борьбы против большевизма. О ее кровавых действиях против военных Берия лично докладывал Сталину, реакция которого была жесткой. Ведь речь шла не о западных регионах, где были условия для действия националистов. Речь шла о партизанском крае. Разгромом банды руководил лично Бельченко Сергей Савич, министр госбезопасности БССР.
Первоначально была проведена операция по высылке из Бобруйска тех, кто сотрудничал с фашистами. В результате удалось выявить и завербовать родственника Октана, вернуть его в банду. Легенда – побег из лагеря. Таким образом, чекисты смогли выследить главаря и в жестоком сражении ликвидировать. Но это были не просто бандиты, прятавшиеся в лесах от возмездия, а хорошо подготовленные немцами диверсанты. Четко прослеживался след немецких агентов, подготовленных в разведывательно-диверсионной школе «Дальвиц». Соглашение о ее создании в Восточной Пруссии было достигнуто в июле 1944 года между Абвером, СД и руководством Белорусской Центральной Рады. В целях конспирации она называлась «Специальный батальон «Дальвиц», который находился в непосредственном подчинении Абвер-команды 203. Общее руководство за ее представителем, майором Герулисом. Еще с середины 30-х куратор со стороны Абвера национально сведомых белорусов. В программе обучения боевиков подрывное дело, ведение партизанского боя, десантирование. Лица все те же. Капитан Всеволод Родько, бывший бургомистр Витебска, отвечал за политическую подготовку. Уже капитан Борис Рагуля за учебную. За военную майор Иван Гелда. Тут же Михаил Ганько, лидер белорусской нацистской молодежи. Михаил Витушко, белорусская краевая оборона. Всех их объединяло одно общее дело. Служба хозяевам, которые хорошо платили за предательство своего народа. Задача все та же. Под лозунгом национального возрождения – вооруженная борьба против Советов. Контроль за президентом БЦР Радославом Островским, едва унесшим ноги из Беларуси. И военным министром БЦР Константином Язовитовым. Костяк батальона составили беглые участники белорусской краевой обороны. Первая группа выпускников из четырех человек приземлилась на территории Беларуси в ночь на 17 сентября 44-го в районе Дятлова Барановичской области. Но их уже ждали белорусские чекисты. Буквально через несколько дней группу обнаружили и обезвредили. Октябрь 44-го, район Лиды. Здесь была обезврежена еще одна группа. Ноябрь. Район деревни Солешники Вилинского уезда. Группой СМЕРШ задержано 10 немецких агентов-парашютистов. Провал за провалом преследовал батальон «Дальвиц». Незавидной оказалась судьба и наиболее многочисленной группы из 28 человек во главе с Михаилом Витушко. Оперативный псевдоним «Рысь». Ее десантировали в ночь на 18 ноября 44-го. Но выполнить задание, создать базу в Налибокской пуще и оттуда развернуть вооруженную борьбу не удалось. В январе 45-го в ходе оперативно-войсковой операции Красной Армии они были ликвидированы. В районе озера Кернова погиб и сам Витушко. За ненадобностью батальон «Дальвиц» распустили в 45-м. Поднять население на борьбу с советской властью так и не удалось. Но разрозненные отряды, бандиты-одиночки еще почти десятилетия прятались по белорусским лесам, совершая налеты на госучреждения, убивая работников милиции, советских граждан. Только одной бандгруппой во главе с немецким агентом Евгением Жихарем, выпускником «Дальвица», было совершено более 20 терактов, 40 ограблений, 10 нападений на сельские советы. На хуторе недалеко от деревни Карповичи в один из дней 55-го было шумно. День рождения его хозяйки Марии Войтихович
праздновались размахом. Внезапно в доме стало тихо. Немного погодя, в дверь постучали, но долго никто не отвечал. Наконец, по-польски тихо спросили: «Кто?» В ответ по-польски попросили показать дорогу через лес к пану Жихарю. Дверь приоткрыла молодая женщина. В дом мгновенно ворвались оперативники, но там не оказалось никого. Начался обыск, обследовали дом, чердак, и неожиданно под половицей обнаружили подземный ход, который уходил далеко в лес. Главарь банды Евгений Жихарь, за которым долго охотились, и те, кому еще удавалось прятаться, успели скрыться. Но уйти от возмездия не удалось никому. Хутор был окружен тройным кольцом. Жихарь и подельники убиты в перестрелке. Это был последний отряд батальона «Дальвиц», уничтоженный спецслужбами БССР на территории республики. Лидеры бандформирований уйти от возмездия не смогли тоже. Руководители батальона «Дальвиц» Иван Гелда и Всеволод Родько были арестованы в Польше органами госбезопасности. В ходе блестящей операции смершевцев удалось выловить уже в Германии и военного министра БЦР Константина Язовитова. Многих вылавливали в белорусских лесах. Та часть, подготовленная в недрах агентуры, которой удалось скрыться, переходила в подчинение к новым хозяевам. ЦРУ. Американская разведка была очень заинтересована в ее использовании против СССР. С Советским Союзом начиналось открытое противостояние.